можете сказать что-нибудь? Добрый день, мы с вами на обороне Куропатова, перед брамой незаконно побудованной ресторации «Поедем, поедим». Побач со мной мои коллеги Змитер, Денис, Сергей. И сегодня середа, день белорусской христианской демократии. Мы разом стоим тут на варте обороны Куропатова, даем буклеты тем людям, которые приходят и приезжают сюда. И, конечно, попереджуем об тем, что это не варто ехать, есть и пить у этом месте. Стоим до перемоги. Верим, можем, не работаем. Зараз в этот момент подъезжает кто-то из даишников. Видать, зараз будет выставлять, чему я не пускал смертную машину. Вот так вот мы будем, и будем.